С нами на связи Александр Левченко, это дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Босния и Герцеговине. В 2010-2017 годах. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, студия, приветствую вас. Ну вот я, кстати, смотрю сейчас интервью «Голоса Америки» Джона Кирби, и что тут примечательно, задают ему вопрос, что президент Байден встречался с канцлером Шольцем. Оба недавно встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они явно сравнивают свои мнения по поводу поддержки Украины. Задают вопрос, будут ли они говорить также о путях к миру. А я бы, знаете, добавил, говорили ли Шольц и Байден о путях к миру, кроме как путем военного поражения Российской Федерации, то есть на поле боя. Ну, вы задаете дипломаты гипотетические вопросы. На такие вопросы отвечают только политологи, эксперты. Поэтому кто что-то мог говорить какие-то во время переговоров, ну, наверное, говорили. Напомню, что Соединенные Штаты Америки самая большая страна, которая нам дает оружие и финансовую поддержку в мире, а Германия европейская страна, которая дает среди европейских стран больше всего оружия и финансовой поддержки. Поэтому эти страны заинтересованы в том, чтобы российскую агрессию закончить как можно быстрее. Очень хорошо, что в Вашингтоне и в Берлине есть уже представление о том, что война закончится быстрее только в том случае, если Украина получит современное оружие и сможет вытеснить российские войска со своей территории. И это фактически будет означать завершение войны. Так что я думаю, что, наверное, в таких рамках и был разговор в том, что, так сказать, вытеснение российских войск будет означать окончание войны, потому что дальше идти Украина не собирается на чужую территорию, а нужно подписывать мирный договор. Студия. Александр Михайлович, как-то звучало буквально вот недавно, дня, наверное, три назад, от заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоан, говорил, Российская Федерация ведет гибридную войну против Молдовы. Ну, собственно говоря, против... Вот интересно ваше мнение сейчас. Против кого, наверное, только не ведет Российская Федерация войну? То есть гибридную, я имею в виду, информационную. То есть вот сейчас позиция Российской Федерации в мире по отношению к странам Европейского Союза, по отношению к странам Альянса, по отношению к НАТО, где сейчас интерес Российской Федерации, в каком государстве больше всего? У кого-то там где-то территорию себе она хочет отжать, где-то она хочет поддержку какую-то получить. Вот где интерес постоянный у России? Ну, что касается Молдовы, мы уже хорошо понимаем, что если бы украинские вооруженные силы проиграли эту войну, то Молдова бы стала следующей жертвой нападения российской армии. Там в этом кругу пяти стран, куда Россия планировала напасть, и Казахстан, Грузия, Армения, ну и Беларусь, соответственно. Если там все проходило довольно быстро и успешно, тогда круг еще расширялся на 10 стран. То есть в основном это республики, бывшая республика. Россия все время угрожает Польше и Финляндии. Владимир Путин, который, не знаю, называет Северную войну семилетней. То же самое, так сказать, претензии к этим странам о том, что они самостоятельно что-то решают, действуют и так далее. Поэтому касательно Молдовы, хорошо, что вскрылся этот заговор. Мы знаем, что там готовился государственный переворот при участии российских спецслужб. Не планировалось участие приезжих российских граждан и белорусских, а также Сербии и Черногории. Это удалось избежать. Все должно было начаться с внутренних протестов, якобы на социальные темы.
Все-таки началось, как сообщила украинская разведка, все донесения россиян о том, как они готовились взять власть в Кишиневе, в том числе используя и потенциал Приднестровья. С Приднестровья планировалось также выступить в сторону Молдовы уже военным частям и перекрыть приход к Кишиневу военной помощи с другой части страны. Александр Михайлович, вот как раз-таки остановились на Китае, на вот этом пророссийском нейтралитете. И действительно, вот тот факт, что у Китая уходит очень много денег на пророссийскую пропаганду, опять-таки, это выходит заинтересовать свое же население, своих же граждан в том, что вот эти нарративы Российской Федерации, они актуальны для самих китайцев. Для чего вот такая колоссальная поддержка в стране для власти китайской? Ну, да, действительно, Китай тратит на пропаганду намного больше денег, как оказалось, чем Российская Федерация. В прошлом году Кремль выделил на пропаганду $1 миллиард. У Китая возможности финансовые куда больше. Кирби заявил, что мировой информационный колодец отравлен российской и китайской пропагандой, поэтому это очень должно насторожить демократические страны мира, потому что эти страны используют свободу слова, свободу высказывания в этих демократических странах и фактически заходят со своими нарративами спокойно в информационное пространство западных стран и пропагируют его среди населения. При том, что в российское пространство информационное или китайское вы никак не зайдете, там вас заблокируют в секундочку. Или кто-то даже и осмелился что-то говорить относительно того, как европейцы видят развитие событий или американцы. Это просто невозможно. Поэтому, естественно, что эта экспансия, к этой экспансии Россия готовилась, и она фактически совершила информационную экспансию. И здесь мы видим поддержку этой экспансии информационной со стороны Пекина. Хотя нарративы Пекина частично только совпадают с нарративами Кремля. Да, действительно, Китай заявляет в информационном пространстве, что НАТО спровоцировало войну в Украине. Но вместе с тем, другие российские нарративы здесь, так сказать, очень осторожно их озвучивают и так дальше. Поэтому у Китая своя позиция. Информационная позиция Китая где-то такая, как эти 12 пунктов, которые были озвучены министром иностранных дел, видение войны в Украине и агрессии, которую развязала Россия, которую Пекин упорно называет конфликтом, не называя, кто его даже развязал. Между тем, Китай, вы знаете, против использования ядерного оружия, он высказывает свою озабоченность в ситуации на оккупированных Россией ядерных станциях. Он говорит о необходимости соблюдения территориального суверенитета. Это значит, что Украина должна остаться в своих границах. И это границы, которые признаны ООН. Это границы 1991 года. Поэтому информационные нарративы Китая где-то похожи на российские, но и значительно отличаются, студия. А хотелось бы, раз уже мы так подробно останавливаемся на Китае, презентованный мирный, да, так называемый план, в котором действительно не упоминается война России против Украины, а говорится о неком конфликте. Вот, по сути, что вы увидели в этих пунктах? Потому что я прочитал, ну, кроме того, что Китай резко против начала ядерной войны, по сути, я увидел поддержку России в плане прекращения санкций в отношении Российской Федерации и как можно быстрейшего, наверное, мне кажется, влезания в восстановление поствоенной Украины со стороны Китая. Может быть, я не прав.
Ну, поствоенное восстановление после нашей победы, я думаю, если Китай предложит какие-то свою финансовую поддержку, Украина будет это рассматривать. Боже мой, почему бы нет? Вы правильно заметили, один только Китай, так сказать, спорный, это санкции. Он не говорит, что санкции относительно России, а Китай не воспринимает односторонних санкций, ну, намекая на то, что европейцы ввели санкции относительно России, опять же, не называл, кто против кого ввел. Вот, собственно, и все. Ну, не воспринимает, ну, такая у Пекина позиция, причем позиция сознательная. Вот, кто хочет, ее поддержит, кто хочет, не поддержит. Вы знаете, Лукашенко поехал и полностью поддержал именно китайское предложение. А вы знаете, что Москва и Кремль отказались поддерживать китайский план. Возможно, они лукавят где-то, возможно. Но этот план действительно отличается серьезно от того, каким видит завершение войны в Москве. Кардинально отличается. Потому что Москва все время говорит о каких-то новых исторических реалиях. Мол, надо эти территории, которые оккупировала российская армия, вот, присоединять к российскому государству. На это никто не пойдет, в том числе и Китай, который официально заявил. Ну и напомню, что Китай, согласно Будапештского меморандума, есть гарантом территориальной целостности Украины. Кстати, этим гарантом есть и Россия. Россия получила от нас ядерный потенциал равен, который был в России. Россия получила стратегические бомбардировщики, с которых она сейчас нас бомбардирует и ведет себя нагло, подло, не соответствует международному праву. Поэтому будет вопрос и о том, что высшее политическое руководство должно за это отвечать. И отвечать серьезно студия. Говоря о том, как должно российское руководство вот отвечать, озвучивал свое мнение генсек НАТО Йенс Столтенберг, что расширение помощи НАТО Украине невозможно без риска эскалации. Но для Альянса победа России несет очень большие риски. Вот где вот эта тонкая грань для Альянса? С одной стороны, они боятся эскалации, хотя куда больше. И, в принципе, если Российская Федерация не будет остановлена здесь, на территории Украины, то логично, что амбиции Путина имперские не закончатся на Украине, и он пойдет дальше в Европу. Но вот этот баланс между эскалацией и победой Украины, как удается НАТО вот здесь вот сбалансировать? Лавировать, наверное, даже. Нужно понимать, что в НАТО был очень серьезный пророссийский лобби. И там были такие, в кавычках, эксперты, которые пророчили быстрое поражение украинской армии. Поэтому в первый месяц-два НАТО себя вел очень осторожно, и фактически помощь Украине была мизерная. Со временем, когда стали вытеснять с территории Украины российские войска, когда они стали терпеть поражение, стало известно в дальних планах Москвы захватить других государств и территорий, когда на российском телевидении стали открыто угрожать Берлину, Парижу, Лондону и так дальше. Это, конечно же, стало менять позицию Альянса, и который стал понимать, что нужно активно вмешиваться и помогать украинским вооруженным силам, которые разоружены из-за того, что согласно тому же Будапештскому меморандуму мы все отдавали, требуя только одного – гарантии нашей территориальной целостности. А эту целостность как бы никто не собирался обеспечивать. Поэтому, с одной стороны, Альянс понимает, что есть обязательства перед украинским государством договорного характера. С другой стороны, и опасность, которая нависла над всем европейским континентом в форме возможного продолжения российской инвазии, если падет украинская армия. И потихоньку это пророссийское лобби вытеснили от принятия политических решений. И где-то уже с июня мы видим абсолютно более проукраинскую позицию. Пошло вооружение с июля где-то нормально. Вот. Поэтому и ситуация так меняется в их позиции и в том, что мы получаем.
Конечно же, если мы получали это оружие с марта, может быть, уже войну мы и закончили на сегодня. Но, тем не менее, вот такие реалии. Постепенно идет наращивание поставок вооружений в Украине. Вот, они, скорее всего, будут продолжаться, потому что Украина сейчас гарант территориальной целостности, ну, минимум 20 стран Европы и Кавказа и Азии, студия. Вспоминали также, что в Германии объективно на позапрошлой уже неделе проходили протесты против отправки оружия в Украину. И несмотря на то, что сейчас Германия, по сути, лидер в Евросоюзе по поставкам вооружений в Украину, на канцлера Шольца действительно оказывается колоссальное политическое давление, ну, не без помощи Кремля, мягко говоря. Стоит ли сейчас быть обеспокоенным тем, что это может сказаться на единстве НАТО, если продолжать вопрос альянса? Александр Михайлович, на связи ли вы с нами? Да, ну, нужно сказать, что в Германии было самое большое пророссийское лобби. Там еще начинал работать сам Владимир Путин, разведчиком резидентуры в Дрездене. Вот, фактически часть политической элиты Германии была выходец с Восточной Германии, включая Ангелу Меркель. И поэтому, наконец-то, в Берлине сейчас звучат обвинения в ее адрес, что политика сближения Берлина с Москвой привела к таким катастрофическим результатам, которые имеем сегодня. В Германии это пророссийское огромнейшее, подчеркиваю, огромнейшее пророссийское лобби оттеснили. И вот его остатки продолжают как бы что-то действовать, получая указания из Кремля. И удивляться этому не стоит. Очень важно, что большинство европейских, проевропейски настроенных партий, не каких-то там ультралевых либо ультраправых, которые финансируется Кремлем, и военную поддержку Украины. Студия. Спасибо вам, Александр Михайлович, за ваши разъяснения. Напомню зрителям, Александр Левченко, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Хорватия, Боснии и Герцеговине. В 2010-2017 годах был с нами на связи.